Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами направляемся в Солотвино, в Украине, на Закарпатье. Поселок Солотвино расположен на правом берегу реки Тиса, в предгорье Карпат между горными хребтами Салаван и Магура на высоте 200-300 метров над уровнем моря. Практически на границе с Румынией. В Солотвино можно попасть по железной дороге, через город Мукачево, где нас встретили скульптуры ударников социалистического труда. Далее на микроавтобусе мы поехали в сам поселок. Дорога долгая, извилистая, при этом природа интересная. Ну вот мы и прибыли, чтобы ощутить все прелести Закарпатья вод и грязи соляных озер Солотвино. Наш дом оказался на самом берегу одного из соленых озер, с бассейном, лежаками и прекрасным видом. Вода соляных озер Солотвино по своим лечебным свойствам аналогична воде Мертвого моря. Первое озеро появилось несколько десятков лет назад на месте шахты Куникунда, которая отработала свой ресурс еще в прошлом веке. Со временем, площадь водоемов на месте проседания грунтов увеличивалась и ныне достигает почти 10 гектаров. Вода в этих озерах очень соленая, 30-32 грамм на литр. И полезна для лечения болезней нервной системы, радикулитов, плевритов, артритов, заболеваний кожи. Местные грязи дают положительный эффект при лечении сердечно-сосудистой системы и прочих недугов. Цены на жилье в Солотвино соответствуют разноуровневому сервису, а радушие местных жителей горячо, словно закарпатское солнце. Найти уютный мини-отель, базу отдыха для проживания на берегу соленых озер совсем несложно. Для тех, кого не смущает расстояние в 100 метров, открывает выгодные предложения частный сектор. Кроме увитых виноградом домиков, туристов встретят комплексы с бассейном и парковкой, а также базами отдыха, деревянными домиками и коттеджами. Кухня Закарпатья – это отдельная тема. Лично мне, больше всего пришелся по душе богрыч, а все разнообразие вин полностью охватить так и не удалось. Как по мне, то отдых в Солотвино прекрасно подойдет тем, кто предпочитает оздоровиться и насладиться чистым горным воздухом по приемлемым ценам. Ну а нам пора возвращаться и до встречи в следующих выпусках.